Так что там за идея Дрейка? Сейчас покажу. Короче, он как делал? Он открывал веб-камеры городов в прямом эфире и призывал людей прийти помахать рукой. И за это он им деньги давал. Вебкам, ну типа того. Только вебкам в реальном времени. То есть в городах, во всех почти городах России, там, ну в Украине сейчас с этим проблемы вроде как отключили. В России, например, да? Установлены камеры в городах. Ты можешь зайти и посмотреть, что происходит. И вот, например, камера снимает дорогу. Ты заходишь, например, в городе Омск. И говоришь, так, вот кто сейчас придет на эту дорогу и помашет мне вот так вот в камеру рукой, первый прибежит и сделает это, дам 5000 рублей. Везде ночь уже. А за 5 косарей что, нельзя выйти прогуляться? Всё, есть! И вот чел пришел, блядь. Поняли, да, как это работает? Вот здесь. На всех пиздец в школе. Так, вон идет кто-то. Но не быстрым шагом, видимо. Видимо, не они. Не вздумай. Ладно, да я... Опа! Опа! Сука. Есть, блядь. Хорош. Так он деньги отсылает. Так я же говорю, блядь. Деньги, да? Целевая. Подождите смеяться, блядь. Мы еще не знаем, какая у меня там целевая будет. Чисто по приколу. Кто-то готов прямо сейчас выйти на улицу, заработать денег? На улице дубак и ветер сильный. Ну его нахуй. Че, блядь. Ну ты это, какой-то нежный, сука. Чел, 5000 рублей плачу. Серьезно, тебя останавливает ветер. Не, если там такой ветер, как в Новокузнецке был, тогда ладно. Тогда лучше из дома не выходите, правда. Там в Сибири сегодня вообще пиздец какой-то был. Веб-камеры Москва. Москва. Веб-камеры в пиццерии Додо Пицца. Не, ну это, подожди, а что, можешь в пиццерию прийти? Блять. Бля, может у меня кто-то там работает в пиццерии? Вот этот чел мне сейчас такой, здорово, Хэс. Братан! Итак, веб-камера в пиццерии Додо Пицца на Новопетровской улице в Москве. Братан, 5000 рублей не хочешь? Эй! Хватит пиццу делать! Я тебе сейчас 5 косарей дам. Просто в камеру помаши. Да что там ковыряешься в этой пицце? Нахуй ее! Я тебе больше дам денег, чем тебе за месяц нам платят. Сейчас бегу, стой! Куда ты бежишь, ты туда не зайдешь. Это кухня вообще. Вламываться-то не надо, я шучу. Подожди, пока никуда бежать не надо. Блядь, что ж так лагает-то, а? Что за хуйня? Лагать начало. Блядь! Ой, сейчас порнуха появится. А, нет. Мужик исчез. Да ладно, это хуйня какая-то, а не вебка, блядь. Погнали дальше. Так, что тут еще? Ебать! Привет, Хесус, это я, твой единственный зритель. И я на протяжении многих лет создавал иллюзии того, что тебя смотрит много людей. Хорошо, спасибо тебе большое, что создаешь эту иллюзию. Веб-камера в храме. Знамение иконы Божьей Матери в Ховрино. Вот туда. Не-не-не-не-не, не надо, ребят. Это я так, я просто видел превью и немножко так удивился. Камера в СПБ. Ну это Невский проспект, правильно? Хорошо, давайте начнем отсюда. Итак, я хуй знает, что это вообще за место. А, это гостиный двор. Невский проспект. Гостиный двор. Вам надо встать возле этого столба и помахать рукой в камеру. И записать мне кружочек в ТГ-предложку. Чтобы я знал, что это вы. Чтобы я потом мог перейти в ваш профиль ТГ, а вы мне скинули, ну, там номер карты или что там вот это вот. Кто первый подойдет, тот и победил. Давай. Посмотрим, как. Нет. Быстро. Сейчас Дрейк прибежит. Пусть бежит. Не, я думаю, сейчас быстро человек найдется. Я думаю, там у меня живут люди, которые прям вот, блядь, на Невском живут. Какие-нибудь богатые. Вот идет человек. Так медленно. Знал бы он, что если он сейчас помашет рукой, ему дадут 5000. Но он не знает, он просто идет гуляет. И проебывает 5000 рублей. Реально. Что за хуйня, блядь? Медведь вылез. Привет, блядь, что это за хуйня? Так, нет, ему я 5000 давать не буду. Бля, у меня есть ощущение, что сейчас целая толпа прибежит сразу. То есть люди одновременно сейчас вышли из дома, побежали сюда. Вот. И одновременно придет несколько человек. Может, у меня просто подписчиков из России не осталось? Ну, типа, все отписались, такие, типа, фу, бля, предатель.
Не, ну чтобы в Петербурге на Невском проспекте не было подписчиков, это, конечно, пиздец. Не, там по-любому вот кто-то мимо проходит, они все знают, кто я такой. Вот эти вот два идут. Они знают, кто я. Просто они, сука, стрим не смотрят, блядь. Они, сука, стрим не смотрят, вот в чем проблема. Координаты получены. Бобры вылетели. Да иди нахуй, блядь. Мать твоя, бобер, блядь, вылетела. А вон, какие-то девочки или что там стоят, смотрят, как будто бы в телефон. Это я, да, это мой стрим. Все правильно, че вы зависли? К столбу, быстро. Блядь, просто смотрят. Ля. Ля, сука. Алло. Блять, столько людей, ни одного подписчика. Я в ахуе. Реально боты смотрят. Ну вон зумеры идут, вон пиздюки идут. О, какие-то челы подошли к столбу, такие развернулись и обратно пошли. Передумали, походу. Я тут стою и тут дохуя людей, и то какая-то зуйня. Да-да, расскажешь, блядь. Куда? Ну, может, они передумали, такие, бля, ну нахуй, с предателем иметь дела чё, опасно. Блядь, тут уже пробка собралась. Вот все мои подписчики на машинах приехали, но не могут выйти из машины, походу. Стоят такие, бля, что делаю? О! Подписчик! Да ладно! А, сука, блядь! Ёва! Ты куда ты побежал? Блядь, вот столб стоит! Сука! Это пиздец, просто мим пробежал. Может, он столбы перепутал. Вот этот столб. Вернись обратно. Камеру в Омске скинуть? Подожди ты. О! 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 Наконец-то! Все! Все, так, теперь кружочек в ТГ, предложку. Спасибо, чё, в Польшу уже отправляю. Все, ребят, все. Кто там бежит? Вы опоздали. Кружочек в ТГ-предложку. Кружочек. Помаши в камеру кружочком. У тебя нету подписчиков. Ты реально накручик ебаный. Отписка. Вот! Живой человек пришел. Все. Блядь, еще второй стоит. А это кто там? Что за мужик стал рядом, блядь? Кружочек, кружочек. ТГ-предложка. Ватник-бот. Да. О! Все! Все, все. Фотку получил. Все отлично. Все, я написал в личку, номер карты жду. Все. Вы свободны, можете идти домой. Что за звук? Улыбнись для камеры. Да бля. 3, 2, 1. О, это я! О, это я! Это... Ну вот, ребят, получилось. Только что за мужик был, я так и не понял. А где она? Ну все, она помахала рукой и ушла. Че, блядь, будет стоять всю ночь теперь, что ли, у столба? Он не махал? Ну да, он не махал. О, блядь, полиция приехала. Надеюсь, они не к столбу. Не, дальше поехали. Ну все. С Петербургом разобрались. Это, блядь, было сложно. Ребят, вы что-то вообще, это пиздец. Киев, ребят, мне в Киеве страшно такую акцию проводить. Серьезно вам говорю. Учитывая запрет на камеры, учитывая ситуацию... И что там может неожиданно начаться, там, блядь, тревога воздушная и прочее. Ну, да это какая-то, я не знаю, но это реально стрёмно. Так-то я бы с радостью, блядь, и в Киеве тоже, мне еще сложно, что ли. Омск! Слушай, я смотрю, желающих из Омска очень много, но мне бы камеры из Омска найти. Ну вот! Веб-камера на Любинском проспекте в Омске. А, там уже 2 часа ночи, да в пизду вы чё? Да кто сейчас в 2 часа ночи поедет, побежит? Гриш. А, Гриша! Буква сдохла. Бля, я даже не знаю. Ну, вам, во-первых, должно быть 18 лет, чтобы в такое время гулять. Это какой-то Любинский проспект. Ну, я там был, кстати. Я здесь был. Если что, я был здесь. Я был в Омске. Но это было давно. Это было давно. Да вот там что, блядь, в Омске люди вымерли. Ни одного человека вообще. Я, конечно, понимаю, что 2 часа ночи. Ебать, там суетолог едет, блядь. Панамера, что-то там, блядь, вот это вот. Нормально. Алло, чел, ты мог залутать 5 косарей. О, люди! А, нет, это вообще левые какие-то. Вымер город. Не знаю, я отвык от такого. Нет. У нас тут в Нью-Йорке и в 2 ночи
толпы людей и вообще в любое время суток. Бля, такая тишина. Как-то аж даже не по себе. Как будто бы реально. Вот я сейчас даже погромче сделаю. Просто послушайте. Опа. Одинокий мужчина какой-то вышел. Не, ну я в Омске был, это очень маленький город. Там, блядь, вызвать такси за 5 минут в любую точку города можно приехать. А, машина едет. Такси? Нет? Блядь. Что это за машина, господи, что с ней? Блядь, там наполовину поломанная тачка, блядь, вот ужас. Что с ней было? Открой, чё? Несколько вкладок с камерами в разных местах, чтобы мы не ждали по 30 минут каждый раз. Слушай, ебать, это будет сложно. И там, и там, и там следить. Что-то просили Омск, Омск, блядь. В итоге никто и не приезжает. Вы что там, вообще обалдели? Не знаю, мне кажется, просто мама не отпускает никого. Пиздюки такие, мам, можно я в 2 часа ночи схожу вот сюда? 5000 рублей мне обещали дать. Мать такая, ты что, ебанутый сын, блядь, или дочь? Какие 5000 рублей? Кто тебе обещал? Хесус? Какой Хесус, блядь? Иисус, ты что, долбоёб, сын? Иисус обещал тебе дать 5000, блядь, если ты вот тут перед камерой постоишь. Что, дебил, нахуй? Иди спать. Завтра в школу. Сука. Это реально странно звучит. А ведь все это взаправду? Я того рот ебал. Так, ладно. Давайте пока посмотрим, какие еще камеры есть. Варшава. Охуеть. Охуенная камера, да? В Варшаве. Просто идеально. Как я должен здесь что-то увидеть? Не, братан, надо что-то другое, потому что это пиздец. У вас там, походу, дождливая погода. Камере плохо. Хетя, 5-10 минут, и я с девушкой в столба в Питере. Чекни, плиз. Мы с другого конца ехали. Люблю. Ёб твою мать, блядь. А зачем? Не, ну раз уж вы уже едете, то чекнем, ладно. Не, ну в Омске люди вымерли, все. Это пиздец. Не, это все мои подписчики стоят там, курят у столба. Блядь, дождь, снег пошел. Мужики, помашите рукой в камеру. Блядь, да вы ебанулись там в Омске своем, сука. Адрес 24-7, проспект Любинский. Я не знаю, может в Омске все богатые дохуя, 5000 рублей не надо. Кто орёт? Да? Пиздец. Здорово, это Дед Балдеж. Я в этой теме отписал, вы играете Лего. Чек не по возможности. Мам, понятно, куда ты идешь. Давай, заходи. Уебище, блядь, мужик тоже мне. Реально, нахуй этого мужика, помаши рукой в камеру. 5000 рублей золото. Ебать, мы, конечно, вовремя попали. А в Омске весело. Баные машины, блядь, сука, вовремя начали ездить. Короче, до истерики довел. Это актеры? Давай, Воронеж, если включишь. Подожди. Я запомнил, сколько ты на поле. Алена, вас смотрит почти 10 тысяч человек. О! Чё выкинул? Аж кудишку испортил. Ты
Это пиздец. В войне много хороших камер. Зато увидели представление, шоу. Дом 2. В прямом эфире, блядь. Омск. Все, я думаю, в Омске уже никто не придет. Слишком позднее время. Есть что-то ощущение, что всем похую на эти 5000 там. В Омске люди богаты. Они там при бабках, вон, блядь, швыряются аж кудишками налево и направо. Поэтому... Подписчик, спеши. И 5 залутаешь, и девушку на кекс разведешь. Ну да, на эти 5к угостишь ее чем-нибудь. Она как раз сейчас грустней. Ей требуется поддержка. Как же людям похуй на деньги, это вообще, я в шоке. Но видите, Россия и правда, там уровень жизни очень высокий, людям реально поебать на какую-то мелочь. 5000 рублей. Вот сейчас Европу включу, блядь, там толпы будут прибегать. О, деньги дайте, мы умираем от голода. А в России, да? Похуй вообще. Хетя, открой Питер, мы тут любим. Это вы? О, здорово, здорово. Здрасте, я его. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Это вы ехали 40 минут? Бля, ну... Это что получается-то? Здорово, здорово. Ладно, отправьте мне фотку свою в ТГ-предложку. Отправлю 2500. 2500. Чтоб не обидно было. Они слышат? Сделайте фотографию, отправьте в предложку фотку. Если 5, ребят, ну блин, ну как бы это самое, ну, с опозданием. Первый человек успел, забрал, такое правило. Вот, так-то я вообще бы мог ничего. Ну, все-таки 2500 тоже нормально. Ладно, пусть 5 будет, похуй. О, а вот фотография, отлично. 5000, все, меня уговорили. Ну это последний раз такое. Первый и последний. Эй, курить не надо! Осуждаю курение. О! Кто-то бежит! Бежит кто-то! Ля, сука! Здорово! Так. Ты откуда бежал, блядь? Судя по тому, сколько времени прошло. Я в ахуе. Ку, ку, ку. Давай фоточку и в предложку. Делай фотографию. И в предложку ТС скидывай. Типа я услышал заранее, что кто-то бежит, как в хорроре каком-то. Как Мишка Фредди. А, нет, как это, лис вот этот, лиса. Ебать, ты что делаешь? Нихуя. Ля, сука. А куда пошел? Ты фотку-то не скинул. Друг. Фотку-то скинь, ты куда? А куда ушел-то? А? Братан, фотку надо. Пишет, пишет все, и звук, и видео, все есть. Сделай фотографию и скинь мне в предложку. Чтобы я видел тебя. И вот Гришу, например, на фоне Гриши сфоткайся. Чел пишет. Да, фотку надо. Алло, алло, алло. Как алло? Куда, алло? Надо фотографию просто. Ему, видимо, передали по телефону, что надо сделать фотографию. А ему ссылку скинут на предложку? Какой-то, блядь, долбоёб гений скидывает мне
фотку, блядь. А, о! Не, это так не работает. Так, это он, да? Подожди, нет, что-то не похоже на... А, это он, да. Все, вижу забор. Все, все. Там с другой стороны это здание, ладно. Просто я же говорил на фоне Гриши, ну ладно, похуй. Ебать, там холодно, да? Минус 15. О, все, печатает. Все, отлично. Я после стрима уже буду делать переводы, соответственно. Так, блядь, я уже 15 тысяч, господи. 15 тысяч задолжал. Все, Омск. Круто, классно было. Долго, конечно, но... Три часа ночи, конечно... Не, я понимаю, в 3 часа ночи это, да, это такое, это жестко, блядь. На морозе в 3 часа ночи бежать. О, блядь, трактор едет, нихуя. Я давно таких тракторов не видел. Так, дальше. Ладно, Киров, значит, да? Где там камеры Кирова? Что за... Тут, блядь, хоррор какой-то. Что это? Какой-то спортзал? Хуйня какая-то. Меня, конечно, извините, блядь, но в Кирове есть нормальные веб-камеры? Нет. Вот именно. Росмебель, есть кто из Росмебели? Есть камеры. Где, блядь? Я вижу только стройку школы и все. И вот еще что-то строится. Ну это точно, это 21-й год вообще, снимок 21-го, ну-ка. А, ух, нихуя построили, блядь. Не, ну может быть кто-то живет в этом доме, сейчас мне из окошка помахает. Но не надо этого делать, это опасно. Во, полиция едет. Подписчики из полиции. Короче, удивительно, но в Кирове нет камер. Я в ахуе. Камера вот такая в Кирове, но это какой-то вообще пиздец. Это что-то вообще жопа какая-то, блядь. Это нормально, и шо, и как тут человек, вот сюда надо будет встать? Микрочелика будем тут рассматривать. И вот еще Новороссийск. Живая камера. Хуя себе домик тут построили. Это вообще какой-то Усть-Кут. Что это за палатка здесь стоит, блядь? Как в Лос-Анджелесе прям. Вот Киров, долбоеб, это Усть-Кут. А улица Кирова. Боже, блядь, как можно быть таким тупым? Извините за мат и агрессию. Чел, блядь, путает улицу с городом, долбоеб. Господи, конч. Там 5 утра, блядь, никто сейчас не пойдет в Усть-Кут бегать за 5000 рублями. Да я думаю, в этом городе нет ни одного, блядь, боже, что с дорогой там. Что это за город вообще, ужас. Блядь, страшно смотреть на него. Какие-то палатки, блядь. Краснодар, ух, ёб твою мать. О, камера номер один, ЖК Панорама. Направлена на стадион и парк Галицкого. Тоже Панорама. О, иди нахуй. Слушай, но остается один вариант в Краснодаре. Вот этот. То есть кто-то должен встать сюда. Я не знаю, что это за улица. ЖК Панорама какой-то. Мне хоть 40 минут. Братан, забей хуй, даже не пытайся. Слишком долго. Туда не пустят? Это ЖК? Так подожди, на дорогу не пустят даже. Чё, бля? Может, кто-то в этом ЖК живет? По-любому кто-то сейчас сидит, хоть один человек досмотрит. Блять, туда ехать час. Ну тогда не надо туда ехать. Если тебе ехать долго, реально, даже не пытайтесь. Короче, это, если что, Краснодар, все. Вот тут ждем. Вот более-менее норм камера в Варшаве. Ну ты как, ты дурак, блядь, вот скажи, вот, ну и как я здесь должен буду увидеть человека? Ну это пиздец, братан, это, ну это что это вообще? Как, куда он должен встать, блядь, чтобы я увидел, как он рукой машет? Из окна этого здания, блядь, или что? Хули я с юго-востока. Вот он в небо уходит, просто облако съело. Блядь, тут вот как бы есть место вот внизу, вот тут, да, вот тут, но, блядь, но слишком далеко, норм. Ну, это единственный вариант для Варшавы. Так, давайте смотреть, что решаем. Здесь плохо видно. Вот здесь плохо видно. Вот сюда. Кто в Варшаве? Я не знаю, что это за улица. Вы должны шарить. Вы приезжаете сюда, встаете вот сюда, вот тут. И машете руками. Махать придется жестко, чтобы я увидел. Варшава. Это центр? Это центр, дорогие друзья. Это где-то в центре. Вам надо встать сюда, кто с Варшавы. И жестко махать руками. Вот тут. Но вы должны понимать, что 5000 рублей, судя по всему, я вам перевести не смогу, поэтому от вас потребуется крипто-кошелек. Поэтому вам надо заранее готовиться, ибо все сложно. Мы прибежали с Новороссийска. Куда прибежали? Подожди, я другую камеру какую-то там делал, не? Это вон там два человека стоят? Это вы? Это вы там? Ебать, микрочелики, я в ахуе. А ну-ка, помашите руками! А-а-а! Ля-ля-ля-ля. Да какой я сейчас, блядь. Анечка, подожди. Во, все, понятно. Плюс в чат, кто пермики? Отлично, так, значит. Ой, блядь. Еще раз, скиньте, сделайте фотографию прямо сейчас.
и скиньте мне в предложку ТГ, чтобы я увидел. Вам надо сделать на фоне вот этого здания, чтобы я увидел. Вот, делают фотку вроде. О, все, вижу. Отлично. Там чел, вон. Где? Где чел? Здесь? Где? Снизу. О, нихуя. Вон машет. Вы че, ебанутые? Где? Вот это? Вот тут? А, блядь. Братан, а можешь сюда встать? Вот сюда, возле этого столба. Ты просто так спрятался. Реально что-то вроде машет. Вот сюда тебе встать надо, вот, вот, вот. Блядь, микрочелы какие-то ходят, я в шоке. О, пошел, пошел. Мы идем с парнем, Краснодар. Да, сюда, сюда, да, ага, ага, ага. Пиздец, его еле видно, там что-то размытое двигается, как привидение, блядь. Призрак идет. В ахуе. Призрак, сюда встань, вот сюда. Ну вот сюда, вот, вот. Ебать, охуенно круто управлять людьми. Я как в стратегии какой-то, только в реальной жизни. Чисто стрелка вот так вот. Тык, он идет туда. Потом сюда, он идет туда. Реально. Все, окей, ладно, это ты. И помаши руками вот так. Вот прям жестко, чтоб я увидел. А после сделай фотку и отправь предложку. Фотку и в предложку, все. А. Все, вижу, машет, все, отлично. Теперь фотографию делаешь. А этот второй, который стоит снизу, он подписчик или нет? Я не знаю, он просто стоит. Вот, у тебя профиль открыт. Вроде. Это ты? Вроде он. Непонятно, нихуя. Так, ну вроде он. Там пацан в Краснодаре. Где в Краснодаре? Кого тут видели? Какой парень? Тут никого нет. А, вот этот, что ли, стоит? Парень, это ты? А ну-ка, помаши рукой. Руками. Двумя давай. Ты, не ты. Чел такси ждет. Поэтому я говорю, надо двумя руками, чтобы помахал. Это не парень. Или девочка. Я не вижу, просто темно. Пиздец. Нет, парень. Темно нахуй. Это женщина? Во-первых, это не женщина, это девочка. А во-вторых, это я не вижу, кто это, блядь. Да помаши ты руками. Вот так вот сделай, блядь, и все. А то как будто бы такси ждет. Вот так, сделай. И все. О! О! Все. Отлично. Теперь смотри. Прям сейчас делаешь фотографию на фоне вот этого дома, который сзади тебя. И мне скидываешь, соответственно, в предложку. Все, все, все. Теперь фотографию, фоткайся, и мне в предложку ТГ скидываешь. Вот то, что сзади тебя, вот прям вот так просто берешь и фоткаешься. У нас еще Варшава осталась. Сейчас, подождите, пока все, другие не надо там. Города, камеры. Сейчас, я вот жду фотографию от чела. Он пока еще ничего не скинул. Алло, два типа на морозе в Кирове. В смысле, блядь, я же одному уже все. Я ему ответил. А что они там жить собрались, блядь, алло? Ага, все, фотку пул. А теперь всех тех микрочело ФСБ ловить будет, потому что они твои подписчики. Лол, ехихихех. Никто их ловить не будет. Не пугай людей. Так, теперь Варшава. Здесь, как я говорил, надо встать сюда. И помахать, но там никого нет. Короче, в Варшаве пока тишина. Он. А, куда-то парень ушел. Обиделся? В смысле, блядь? За что? Забрали чело, походу. Так, эти двое ушли? Вот мужик стоит, парень какой-то точнее. О! Ля-ля, сука. А при чем тут твой ТГ, блядь? Я не понимаю. О, что делает, блядь? Алексей, спасибо вам за сотрудничество. Ребят, мы повязали. Ты что, мужик? Ждите платеж за. Ты что делаешь, мужик? Ля, сука. Ничего себе, блядь. Слушайте, а может в следующий раз реально устроить акцию, типа, не просто прийти к столбу, а показать еще какое-то представление. 2к ему? Да вы, блядь, я что нахуй, банкомат что ли, всем деньги раздавать? Пиздец. 2к ему? 2 миллиона, блядь? Так, парень, кто сейчас возле столба, делай фотку, отправляй мне в ТГ предложку. И не 2к, а 1500. За отжимание. За то, что постарался, реально. Повеселил моих подписчиков. Оп, опа, фоточка пошла. Что за... Не, мы торгуем или что, блядь? Ладно, пусть будет 2к. 2к. О, вот из Петербурга. Здорово. Так, сюда. 2500. Короче, 2000. Ладно, 2 косаря. Давайте, я ему вот так вот напишу. 2к, чтобы я не забыл, а то еще 5 косарей переведу, блядь. Такая акция щедрости обязана быть опубликована в стриминсайде. Да нет, ребят, вы что, это хорошая же щедрость. Это что-то положительное от Хеста. Такое мы рассказывать не будем. А Варшава. Так, по-моему, там чел стоит в Варшаве. Ну-ка, подожди-ка. Вот там же кто-то стоит, да?
А помаши руками, вот так, вот так, чтоб мы, блядь, нихуя не видно. Алло. А, вон, вижу. В белой куртке. Отлично. Ну, блядь, там два человека. Там два человека машут руками. Пиздец. Три? Ладно, вижу. Есть люди. Все, Варшава, это, пожалуй, последний город на сегодня. А можете... А, что такое? Кто из Польши, соответственно, кто у вас сейчас там стоит, сделайте фотку. Фоточку. И мне в ТГ предложку. Они вместе, скорее всего. Ну, я надеюсь, вы вместе там, да? Да, я чуть не понимаю. Вот фото. А чё у вас там так много-то, я не понимаю. Вы вместе? Блять, мне вот два человека с одного места сейчас фотку скидывают. То есть оттуда. Вот, я вижу, в белой куртке. В смысле, мы не вместе? Как это не вместе, блять? А как, вы одновременно пришли в одно место? Бля... Ситуация такая, конечно, напряженная. Хесус обанкротился. Да что-то я реально, 5000 слишком дохуя. Я второй чел с Варшавы, ща фотку ебану. Так а вас там три или сколько? В смысле, нас пять? Чего нахуй? Какой пять, блядь? Сейчас, сука, 25 тысяч, блядь, придет. Нас три. А, фух, блядь. Ладно, я не с ними. С ними это с кем? Блядь, господи, что за пиздец, блядь. А, ну я вижу их трое. Раз, два, три. А вы там все трое и все не вместе, или что? Вы, а кому мне тогда деньги перечислять? Все, всем троим, что ли? Так, я пришел 30 минут назад, а не 3 минуты назад. Белая куртка. А, да? Бля, они там сейчас подерутся еще. Белая куртка, я не с ними. Я первый, нет, я первый, блядь. Сразу трое пришло, блин, одновременно. Какого хрена вообще? Да ладно! Они с Варшавы, их там трое, и они все отдельно. И что делать? Отмотай. Проблема в том, что здесь камеру перематывать нельзя. Ой, блядь. Го, ему 5к, а другим по 3. Короче, ладно, окей. Давайте так. Раз уж вы говорите, что в белой был первым, он тоже пишет, что он был первым. А я ему просто голосовой запишу. Здорово, слушай, тогда, ну, от тебя требуется номер карты, но я не знаю, какая у тебя карта, потому что если ты из Украины, то там, ну, получается, у тебя украинская карта, а я не смогу туда перевести, блядь, походу мне нужна криптовалюта, вот, или же я хуй знает. Короче, скинь крипту USDT, если есть, если нет, скинь украинскую карту, тогда или какая у тебя там есть, любая. Пэш. Но напиши, что это за карта у тебя. Я через обменник BestChange попробую перевод сделать. Так, другой, кто тут еще? О, ну, тогда тебе требуется номер, короче, карты. Или же кошелек USDT, то есть крипта. 3К. И в белой куртке. Здорово. От тебя требуется номер карты. Вот. Или же номер кошелька, криптовалюта, USDT. 5К. Я просто для себя подписываю. 3К. Все, пацаны, расход. Чего Краснодар чекнуть? Ой. Что тут чекать? О, блядь! Можно без денег? Хочу так. Просто помогать на стриме. Уже часть стою и жду минуты славы. А чего пришли? Акция же закончилась. это тот же чел. Не, это уже девочка какая-то. Вы думаете, что чел переоделся в девочку и решил вернуться и еще заскамить меня? Ну, приветик. Чекни камеру Краснодара, я тут давно стою. А, ну вот мне и фотки уже прислали. Ёбаный рот, блядь. Пусть отжимается. Да-да, привет, 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 привет. Ебать, наглый. Вы считаете, это наглость, да? Вы считаете, что это неправильно? Да-да-да, мы видим, мы видим, мы видим. Мы просто думаем, что делать-то в таких ситуациях. Так, ладно. Ебать, сколько я сегодня денег потратил, блядь. Жесть. Ты не говорил, что не надо приходить. Не-не, во-первых, я говорил, 5К получает тот, кто первый придет. Первый. Во-вторых, я говорил, чего, акция закончилась уже давно. Ну, не надо больше. Ну ладно, привет. Жду номер карты. 2К. А, акция закончилась. 2К. Я просто добрый. Откуда музыка? Это здесь? Блять, что на камере музыка? Это Минск. А? Бля, в Кирове опять что ли пришел? Так, все, хватит. Это уже, блядь, ну реально, ну неадекватная хуйня. Так, девочка, вы что стоите? Вы можете идти домой, все, я вам в ТГ отписал. Она будет всю ночь стоять. А, все, ушла. О, блядь, собака мой подписчик. Да, жалко собачку.
Накормил бы кто? Собаке 5К. Да я бы ей, блядь, и 100К отдал. Но у собаки нет номера карты. Так, подожди, Киров. Мне почему-то скидывают опять отсюда. Старички, бля, там чел помнят, стоит. Да. Это что, подписчик, что ли? Бля, реально? Бля, бегай, долбоёб. А ну, помаши руками. А, он машет. Бля, а зачем ты пришел-то, я не понимаю. Сука. Ой, бля. Одинка? Ой, блядь, я вам кто? Скажите мне, пожалуйста. Два нет, все. 1К, блядь, все, я вот, он мне скинул фотографию. Все, он мне в ТГ заблокирован. Вот это интересно. Я просто сейчас открыл его профиль, у меня написано разблокировать. Может, писал тебе, ну походу. Ладно, разблокирую. Сори, брат, но только 1К. Я же говорил, что все. Люди не слушают, блин, наглые, сука. Вообще в ахуе. И мне какой-то чел в ТГ предложку спамит. Я из Кирова, алё, и фотку скидывает. А как? Ты докажи, что ты из Кирова. Ты, блядь, фотку-то, ну, как бы, наш с места события делать. А он мне скидывает фотку, блядь, рядом с каким-то столбом. Говорит, я из Кирова. Ну, молодец. Ёбаный рот. Я из Кирова, алё. А я ебу? Я могу любую фотку взять, говорит, я из Кирова. Ну, это вот, вот они тоже. Уже 40 минут жду, ну, ладно, говорит. О. Ля. Я просто не знаю, меня наебывают или он реально... Просто фотка странная. Как будто бы и не оттуда, не из этого места сделана. Реально. Помаши в камеру. Кто я? А вы мне за это деньги дадите? Давайте все, я вот я, ребят, я здесь. Город Нью-Йорк. И те пацаны из Кирова, вы, конечно, блядь, вы фотографии неправильно сделали. Вы, ну как-то, кто так делает? Надо же нормальные фотки делать, правильно? А непонятно, он говорит, я из Кирова, блядь, и фотку скидывает на фоне столба. А что за столб? Столб, который в центре пишет. А я как тебе сейчас пойму, что это был тот столб? Можно было на фоне этой машины сфоткаться, желтый. Правильно? Это было бы точно понятно. А так, столбов? Ебать, в каждом городе столько? Блядь, каждый столб можно использовать, сказать, ну вот, он вернулся. Кто? А что там, блядь, до сих пор ходит парень, я не понимаю. Ему там понравилось или что? Я не понимаю, чего не уходит? Или он застрял на этом островке, не знает, как выбраться оттуда. А и о чем мем? Он живет? Охуенно. Парень, иди домой, блядь. Чел скидывает, говорит, это я из Кирова. И скидывает фото забора, блядь. Забор, говорит, вот, это я. Ну, я вижу, вон этот грузовик вроде желтый стоит. Забор сфоткал, короче говоря. И вот показывает, типа, и мост тот. А чё, блядь, почему себя не сфоткал? И почему за каким-то забором, как ПС, блядь? Я не понимаю. Как они эти фотографии делают? Все, заебал, это музыка. Не понимаю, я не понимаю, блядь. А может, он нашел эти фотки в интернете? Надо же себя фотографировать, а не забор. Где этот забор? Вы его тут видите? То есть он оттуда, откуда-то оттуда, блядь, фотографировал. Отсюда где-то. Нахуя, если надо было здесь встать? Или здесь? Я не понимаю вот вообще. В следующий раз давай так же спонтанно, без предупреждения, места и времени. А то там сразу по 10 человек стоять будут. И опять будешь раскошеливаться. Не, ну я как? Можно в ТГ предупредить, сказать, сегодня опять будем по камерам бегать. Но по каким? Каким городам и каким камерам? Он опять бегает, блядь. Я, конечно же, заранее говорить не буду. А так, чтобы люди просто во всех городах были готовы. Но при этом я сам найду эти камеры. Я сам буду решать, какие камеры включать. Желательно, чтобы вы мне поскидывали с разных городов камеры. Я самые пиздатые удобные камеры возьму, добавлю заранее и все. Вот этот? Да мы эту камеру даже не открывали, братан, ты чё? Ну это Минск. Бля, реально. Ля-ля, сука, машет. Так, парень, а ты куда ушел? Лен, тебе привет, ну сори, я тебе денег не дам. Как бы я эту камеру не открывал изначально. Камеру вырубай нам. Как дела у тебя, мальчик? Хуёво, денег нет. Чего-чего? Хуёво, денег нет. Бля. О, ля, сука, бегает. Так, теперь, все эти люди, которым я писал в ТГ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ебать людей. 10! Ну там не каждому 5К, естественно. Далеко не каждому. Сколько я потратил, пиздец? 40 тысяч. Примерно 40, охуеть. Ну ничего, зато весело было, да? Похуй. Деньги — это мусор. Чел лежит. А, вон! Все? Все дома? Разбежались нахуй. Блять, он что, все еще тут ходит? Ты че, ебанутый? А че он там до сих пор стоит-то, блять? Я не понимаю. Может, он реально бомж? Я хуй знает. Может, он что-то хочет? Ебанисир. О, там на гитаре кто-то играет. Ну-ка.
Что-то там на каком-то странном языке кто-то разговаривает. Пиздец, у вас там холодно везде, а? У нас плюс 12 градусов тут. Чё там говорят вы? Время 0:37, он на гитаре играет в такой... Ты чё, блядь, вообще? Минус 4 градуса. Час ночи он играет на гитаре. Бедни. Ладно. Ну чё и как вам? Самое забавное было в Омске. Там и диалог слышен был, и атмосферно. Чьи надо в таких же городах маленьких делать. Близ. В маленьких городах камеры редко работают. О! Гитарист кто-то подошел. А! У него гитару забрали. И он ушел. Yes.